партнеров, практически они играют практически полный диапазон. Вот, на примере синуса это более... Здесь у нас на ре небольшой спад, но ми бемоль ми уверенно, то есть это у нас получается 37 герц у нас достаточно уверенно проходит. Так что как монитор ближнего поля, они вполне, причем неважно в каком помещении. То есть на самом деле как бы подразумевается, что плоская колонка должна упираться в нечто, да, условно говоря, не упираться, а иметь определенное расстояние от стены. Здесь в данном случае этот комплект позволяет низ слышать прямо вот непосредственно как в наушниках. То есть он не сильно зависит от ситуации, которая вокруг вас. Ну, кусочек музычки, наверное. Да, можем, да, еще поиграть немножко. Еще примечательно, что неважно какая громкость, либо очень громко, либо на очень небольшой громкости, фактически тональный баланс не изменен, то есть кривая равных громкостей здесь не очень-то как бы и работает, то есть это большое дело, потому что и на тихом, и на как бы очень тихом звуке, то есть мы фактически слышим полный диапазон без какой-либо коррекции, то есть у нас середина, низ, верх практически всегда в соотношении друг к другу практически всегда одинаково. Поэтому очень важный момент. Окей, спасибо.